привет, ребята. Мы, собственно, замочили очередного босса, да? Типа все окей. Дальше у нас идет Тонио Матиос, бешеные всадники. Давайте посмотрим, куда мы тут можем к нему телепортироваться. Ну, конечно же, можем хоть куда телепортироваться, но маркеров еще никаких нету. Давайте что-нибудь вот посередине, может, выберем такое. Что-нибудь более-менее центральное. А вот, давайте сюда. Сейчас нам про него что-нибудь расскажут. Выполним парочку заданий, и на этом я отправлюсь спать. Здесь Матеос и его друзья убивают людей. Несколько источников сообщают, что недавно этот гангстер отвез невидимку на похороны клиента. Если это правда, то Тонио, возможно, единственный человек, который видел нашу цель. Удачной охоты. Так, окей, у нас это 8-я серия. Тык-тык, сейчас я всякое повычеркиваю все на листочке, чтобы не запутаться. Так, я пока садиться не буду, нам куда надо, там, может, я просто телепортироваться могу. Да, могу, вон, смотрите, недалеко как раз маркер есть. Вон, тут город, я в город телепортируюсь и из города доеду на маркер. Ох, я даже уже не знаю, чем меня можно удивить, какими очередными безумными заданиями. Все, я уже повидал. Ну, кроме очевидного, что нам здесь в будущем придется снова делать эти всякие там эти метамобили, спасение животных и другую галиматью бесполезную. Ну ладно, окей. Тонио Матеоса удивить непросто. Он хочет поручить тебе работу, и не сомневайся, это будет чертовски опасно. Ну ладно. Мамку-то я его точно могу удивить. О, ну-ка, мне засчитают на вертолете, а то... Ну, вообще, по сути, нет, не должны. Охренеть, засчитали, ну и ладно. Жесть какая. Вертолет-то легко. 22 очка, как с куста собрали. Это ты, сволочь? А это я, Тонио. Ты не понимаешь, что в моих джунглях ты в полной жопе? И это так меня злит. Если хочешь жить, то докажи, что я не должен тебя убивать. Суки из единства забрали мой пакет с чистым порошком. Верни его мне, и тогда я еще подумаю, оторвать тебе башку или нет. Потрясающее предложение. Я не могу от него просто отказаться, когда мне угрожают. Ну и ну, вот мудак с большой буквы М. Ну да, согласен. Так, достань-ка ты игрушеньку нашу хорошую. Снайпер, на вышке. Уже нету. Если вежливо попросить, они, быть может, отдали бы его. Нет. Заметил еще одну цель. Враг на мушке. Это пятый. Так. Сигнализация. Еще один. Еще один. Вижу генератор. А эти что сюда приехали? Они, походу, что-то знают. И они не воюют при этом. Интересно. А, и уехали. Ну ладно. Не то чтобы я против. А, у них здесь стрельбище. Так, вот этот заметит, если я этих завалю. Тихо. Так, чудом нам повезло. Так, сейчас убираем этого с периметра. На сужение пойдем. Снизу. Но его не особо нужно убирать. Ну, так, для опыта, типа. На всякий случай, скажем, еще так.
Так, переходим на ближний здесь бой. Здесь оружейный ящик. О, хорошая вещь. Desert Eagle. Цель номер три. Тихо. Вот и все. Ювелирная работа. Ну, только если в помещении кто-то остался. О, еда. Это ты с нами пойдешь. Три кесаря еды, окей. Тут у нас чего? Тут у нас радиооборудование. И на карте уже обозначена сумка, которую нам нужно найти. С удовольствием ее отжимаем. Она, оказывается, была в этом здании, где мы только что были. Мы ее как-то не заметили. А, она под шконкой. Ну-ка, иди сюда. Каждый хочет стать бриллиантом. Не каждому удается выдержать огранку. Респект. Я вижу, ты классно стреляешь. Но если ты не умеешь красиво ездить на тачке, то для меня ты ноль. Так что вот тебе ведро с болтами. Садись за руль, и я тебе все растолкую. Ой. 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 Вот и все. Недолго музычка играла. Ну, конечно, тут же всего 800 метров, а я на вертолете. Ну, я таки прям команду взял, все зачистил. Без тревоги, вообще прям классно. Окей, люблю такое. Не зря в стелс играл. Это говорит тот человек, который на прохождении всей основной кампании обосрался на всем стелсе и прошел там все 48 миссий вообще в полной вакханалии. О, я еще и приземлиться даже удачно смог. Здорово, мужики. Че у вас тут? О, да нихуя, у вас тут акустика всякая. Стоите, качаете музло. А на этой тачке типа и поездит. А, на них обоих нельзя поездить, типа. Типа это. Понятно, они вон под пледами. Нормальная колымага, как я и сказал. Когда возишь лед, нужно выглядеть круто и ездить быстро. Лед. Лед. Лед это у нас амфетамин. Мед. А, метамфетамин, да. Вот. Ну, Breaking Bad. Пакет в указанных координатах. Ты поживее, и я, может быть, тебя не урою. Надеюсь, как рекламу наркотиков мне не припишут. Потому что таковой идеи-то и мысли я не преследую здесь. Это так, просто познание из сериала. Во все тяжкие. Да твою мать, блять. Как я вот ненавижу эти тачки, блин, они вот просто максимально неманевренные. Если ты не умеешь ездить на машине, ты полный ноль. Бум. Да мать ту, в очко на машине катал. Вот так вот. Пробуй меня поймай. Они там ничего не поняли даже. Не успели тревогу поднять, а у меня уже пятки сверкали. Твою мать, мол с драгоценностями. Тебе от этого льда не холодно? Положи кристалл в мусорник, а то замерзнешь. Си-си. Отлично. Дорогие цацки, мы выполнили. О, тут еще. Да, безбашенность в тебе есть, и это то, что нужно. Теперь эта тачка твоя, и ты безумный всадник. А этот район, сука, теперь твой. Но послушай меня. Какие-то придурки решили застолбить эту территорию. Они называют себя бездушные, у них крутые тачки и самолеты, и все тупые пацаны хотят носить их значки.
Это война за сердца и умы. Мы должны показать этим придуркам, что с нами шутки плохи. Для тебя есть два задания. Захочешь поразвлечься, езжай, куда я тебе скажу. Все, что тебе надо, все есть. Любые тачки под любые задачки. Крылья и колеса для решения вопросов. Спрашивай у Тонио. У меня и моих друзей. Но я не просто гангстер. Я родом из Коройка. Знаешь, где я вырос? Да, на дороге смерти. Там я и научился так круто водить тачки. А я барыжу тачками. Лучшие тачки. Разобрать, починить, разломать, перебить. Все идут к Тонио. Я тут король. Все мое, куда ни глянь. К нам не лезь, и будешь цел. Мы безумные всадники, мы живем без тормозов. Наша жизнь — твоя смерть. Со мной захочешь связаться, в живых тебе не остаться. На раз замочу, башку откручу. Был человек и нет человека. Так что, придурок в панамке, не огорчай свою мамку. Прикольно. Ну, давайте, педрилы, кто обойдет меня за 12 кругов? Никого не стращаю, но и не прощаю. Часы говорят, хрен тебе. Ушко говорит, хрен тебе. И вот я впереди, а вы позади. Подъем, братаны, косяки отложите. За меня болейте или умрите. И шлюхи, и бабки, и засады. Это все для всадников. Мы банда, мы это круто. Зачет, респект, базару ноль. Круто отмочил. Так, где мы находимся-то вообще? Блять, ну в ебенях мы, конечно, находимся. Сделаем еще одно задание, я еще успеваю. Горшок пока еще не звенит у меня окончательно. Ну, просто самое важное, понимать, что сейчас 12 час ночи, а мне к 8 утра на работу. Но самое важное, что в офис на этот раз мне ехать не нужно. Поэтому я могу встать в 7 утра, почесать яйца до 8 утра, и поэтому, как бы, ну, в теории везде успеть. Потому что, ну, типа, как бы человеку там на все стадии сна достаточно, ну, минимум 5 часов. Ну, по-хорошему совсем. Остальное все это уже самовнушение. Ну, то есть все стадии сна там, типа, от засыпания, глубокого сна и так далее, и пробуждения, они проходят, ну, за 5 часов вот так вот. Так. Блять, тут еще ближе точка была. Че я? Гречку-то парю. Сцуга. Стиральная машина там достирала, орет. Во все. Ох. Так, все, водички хлебнули. Так, и помечаем сразу задание. Тонио простой парень. Любит скорость, мотор, побрякушки всякие. Он положил глаз на новую игрушку и хочет поручить тебе украсть ее для него. Ну, надеюсь, что это будет очень легко и просто. А не пойди, убей там все единство там. Да, пора показать этим бездушным, кто на самом деле летает в этом городе. У них тут есть такой самолет, закачаешься. Крылья мощные, прям сдохнуть от зависти. Нет. Эти суки летают на нем в гонках. Но у них машин полно, так что поговори с пилотом. Он покажет тебе самую злую машину. Только не облажайся. Не забывай, у Тони уровень жалости ниже среднего. Самолеты, пилоты, допросить. Я очень не люблю все это дело. Это что, он рэп читает или как? Вижу цель. Смотреть по сторонам. Есть третья цель. Найдите пилота самолета. Ну, пока я его не вижу. Это не ты? Он, наверное, должен по-хорошему где-то в стороне стоять. Ой, что-то слишком низко. Интересно, где же он?
Эй, пилот самолета. Мать твою за ногу, ты где? Так, мне кажется, что меня как бы наябывают. Нормально причем так наябывают. Так, ну давайте решать по ситуации тогда. Тихо. Ну он скорее всего в каком-то из этих контейнеров, раз охрана тут трется. Тихо, тихо, тихо. Да, в этом контейнере он. Так, они спалили, походу, что-то. Вон подозрение у них. Тихо, блин, я гражданского задел, походу. Пойдем поговорим в тихом месте. Святая смерть. Это что, эвфемизм для расстрела? Расслабься. Я просто хочу узнать, который из самолетов твой, а потом возьму его. О, этот самолет! Да! Просто очаровашка! Такой мощный, ты даже не представляешь. Говорю, он синий-желтый. Но предупреждаю тебя, на нем так просто не улетишь. Эти уроды из единства вставили в него жучок. Думают, я не знаю. Ха! Тебе нужно сломать антенну, иначе от них не уйдешь. Благодарю за совет, Амиго. Найти и уничтожить антенну. И жучку единства конец. Все, спасибо, братан. Так, ну у вас, я надеюсь, дискотека продолжается, да? Ну они снова тусуют, и все у них окей. Почти без лишнего шума справились. О-о-о. Есть еще одна цель. А вот и третий. Еще один. Ёбаный насос. Есть еще один. Всего 10. Ёбаный в рот. Вас много, ребята. Вот что я скажу с полной уверенностью. Тут еще сгоревшие, смотрите, самолеты всякие есть. Вон лежит. Так сказать, даже разбившиеся, я бы сказал. Ладно, берем винтовку, которую снайперскую. И сейчас что-нибудь решать будем. Уничтожить антенны. Я думаю, что мы это с помощью C4 можем сделать. По-тихому попытаемся. C4 я выбрал. Так, их там трое стоит. Взрыватель установлен. Что-то он глючит немножко. Так. Ну, зная, как обычно здесь задания с самолетами проходят, я не исключаю, что, скорее всего, нас просто по пути могут сбить раньше времени. Подлец, а. Тихо, тихо, тихо. Тихо. Ютки. Ладно, наваливаем. Третий закон Ньютона. Что взлетело, должно упасть. Ага, как попугай. Нифига, что это у нас опять контрольными точками отдаривают налево и направо? О, нет! Спасение животных с помощью самолета. Прикольно. Слава Украине. Какой цвет у него? Я вот это к чему.
Что? В смысле, я лечу слишком высоко? Что это было сейчас? В смысле, вашу мать, я лечу слишком, сука, высоко? Охерели совсем. Гоните самолет. Блять. А где я опять? Ну, конечно, я ж на контрольной точке. Ну, ладно, ничего, вроде бы взрывать там не надо больше. Как же это тупо, я прям не могу. Все под новый, блядь. О, 10 из 10 просто. Убит в бою. В бою. Это ключевое слово. Ну, это того стоило. Это смерть в стиле GTA. Вот это вот, типа, окей. Нормально, пойдет. Меня в другом месте сейчас резнуло. Не особо ближе, конечно, к желаемому. Также около 700 метров. Ну, сейчас добежим, выбора-то у нас нет. Хотя, что тут, моторага есть. Круто, поехали. Врум-врум, поехали, поехали. Жми, Петрович. С такими усами мне вот реально только Петровичем каким. Надо было спрыгнуть по-быстрому. Ну, ладно. Самое интересное, что в режиме стелса они в шлем убиваются на раз. А если бы он нашел замес, в шлем бы я его ни хрена не убил. Противник на мушке. Так, я уже почти добрался. Я причем максимально сильно рискую. В том плане, что я даже же ни черта не разведал, я просто их выпиливаю, а мало ли там кто-то стоит рядом, наблюдает, это запросто вообще. Ну, как видите, я достаточно оголтелый, чтобы попытаться все на обы сделать. Эй, так сойдет, как говорится. Убийство замечено. Потрясающе. Так, ну, раз низко, надо лететь. Держитесь ниже 30 метров. Тихо, тихо, тихо. Причем каждый раз нужно быть ниже, спускаться, потому что местность-то холмистая. Почему? Да, блядь. Сука, да... Какого хера? Я чувствую, мы сейчас охуеем с этого задания. Я уж обрадовался. Но это максимально дебильное условие. Ну, в нем типа как бы окей, там есть такое отдаленно разумное зерно в том плане, что, ну, типа, чтобы нас не сбили. Но я бы проще облетел бы эти ПВО, чем вот сейчас пиздякался бы вот так вот. Ну, потому что я вот чувствую, что я не смогу элементарно вот... Окей, ладно, я понял. Мотоциклам мы больше не доверяем.
плане съезда с горок. Ой, жесть какая. Ох, я, конечно же, здесь опять. Да, вот такие моменты я вот начинаю очень сильно ненавидеть игру. В DLC максимально бессмысленные задания, ну, в том плане, что вот, ну, такие вот тупорылые условия, нету компаньонов, ну, команды наши, с кем мы тут орудовали все постоянно. Так, поскольку у меня нет желания больше по стелсу их выпиливать, я попробую нахрапом все это дело взять и улететь оттуда. Не знаю, что получится из этой дурацкой затеи, но, скорее всего, ничего хорошего, меня просто убьют или собьют вертолет, господи, самолет. Авторы игры упорно не замечают, что вот почему бы не взять вертолет? Нет, надо же самолет, это же типа дохуя экстремальнее. Вы чё, они как придурки просто попрыгают ко мне под колеса и все. Мне даже убивать их не надо. Сейчас внимательно следим за всем этим говном. Я вот чуть ли не парить буду над землей. Тихо. Я даже shift не нажимаю, можно сказать. Настолько я вот боюсь вот взлететь высоко. Немножко поддам газку, конечно, чтобы не плюхнуться просто на обысь. Тихо. Вот так. Ювелирно, просто ювелирно. Круто! В тебе кровь всадников. Тонио припас для тебя порошок и зелень. И еще особое угощение. Типа шведский стол. Ну, ты понимаешь. Прощай, гангстер. Еще увидимся. Авиагонка Электро. Господи. Авиагонка. Электро по-английски вроде было, да? Ужас. Вертел я это все, конечно, на одном месте. Ну, ладно, давайте заканчивать. Типа, наверное, это было круто. Надеюсь, что тупых и глючных заданий будет поменьше. Вот, а на этом всем пока.